наша администрация и наши управленцы должны были думать о том, что хотя бы до конца учебного года детям нужно было доучиться. Столько лет отработали в этой школе, всю жизнь отдали, даже спасибо не сказали. Мальчишка звонит мне, мой, и говорит, где родина? Я ничего не понимаю, что мне там говорят вообще. У нас в школе было все. У нас забирают доски, кровати, столы, потому что они у нас новая мебель, которая лучше, чем в тех школах, куда перевели наших детей. При этом мы принимаем бюджет, сохраняя все социальные гарантии. Это совместная позиция моя с Игорем Васильевичем и со всеми политическими партиями, присутствующими в Смоленской областной думе. Развалили, в результате говорили, бегом, 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 здесь будет другое учреждение, в результате оказывается, что никому эти здания не нужны. У меня на дверях моего кабинета висит в рамке объявления «Здесь чистые руки и открытое сердце». И это действительно так. Детям так хорошо относились, и дети везде, куда уехали, недовольны. Все говорят, что лучше, чем в Борщевке, не было нигде. А к нам из дальних школ отправляли детей, которые нигде не приживались. Они убегали из интернатов, плохо себя вели, плохо учились. Но вот за столько лет, кого бы к нам ни прислали из детей, у нас приживались все.